Привет всем. Я начинаю свою запись. Мы с мамой едем в Европу, и сегодня 5 октября. Вот мы уже собрались дома. В этом видео вы увидите все от того, как я одеваюсь дома, до Франции, Эйфелевой башни и остальных европейских городов. Вот сегодня. 5 октября. 19-го я вернусь назад. Вот уже мы ждем такси, только что вызвали. Это моя кошка. Какая-то херня по телеку. Мам! Скажи, что ты тоже ждешь такси. Я тоже. В Уфе, в вокзале. Вот вокзал. Приехали мы уже давно, поезд 12, время сейчас 11:30. Маршрут Салават Уфа прошел отлично. Вот мама стоит. Вон алкаши сидят. Охота уже скорее лечь в поезд и заснуть. Да? Нет. Ну все, пока. До Москвы, наверное. Ночь. Привет всем, мы с родиной в поезде. Где-то в пригороде Ульяновск. Вот какая красота, посмотрите. Крутой пике. Давай. Йоу. Это день второй. Я продолжаю снимать мою тур поездку в Европу. Сейчас мы в Москве. Маршрут Уфа Москва пройдет на отлично. Вот она, Москва. И вы не поверите, я у Волгина Олега, может, его знает, в квартире. Вот у них квартиры в районе Чертаново. Вон поезд. Ну, точнее, они снимают здесь квартиру. Комнату в квартире. И сейчас мы пойдем в Охотный ряд, наверное. В Макдональдс. В 5 часов вечера у нас поезд в Белоруссию. После Белоруссии мы пойдем в Чехию, потом, по-моему, в Германию. Вот. Посмотрите еще раз, Москва. Худший район Москвы. Это примерно юг Москвы. Сейчас мы пойдем посмотрим комнату Олега, где он живет. Сейчас он в школе. Вот это Эльвира. Мать Олега. Ир. Маши ручкой. Здесь спит Олег. Вот здесь Олег учится. Здесь он ест. Здесь и учебники. Московские учебники. Ладно. Встретимся в московском метрополитене. Сейчас я нахожусь в Охотном ряду. Метро я не заснял, чуть позже. Кто хочет посмотреть? Вот это да. Может. Вот это вот офигенный магазин. Здесь я всегда покупаю всю снегоровскую одежду. Quicksilver. На мне сейчас кофта. Мы в Макдональдсе в Охотном ряду.
сзади нас находится Красная площадь. Сейчас мы пойдем туда. Только что поели. Макдональдс в самом центре Москвы. Центральный. А вон там Красная площадь. Ну вот мы вышли из Макдональдса. Сейчас идем на Красную площадь. Я думаю, уже все ее видели. Не один раз. Вот с этого ракурса лучше видно. Это ГУМ. Брендовые вещи все здесь. Вот собор. Крем. Великие стены. Погода просто отличная, нам повезло. Вот, послушайте, как вид куранта. В Москве ровно 12:00. Вот, посмотрите, как все покупают здесь Макдональдс и идут, и потом едят на улице. Ой, очень интересно это видеть. И потом? Потом. Целовать такого не увидишь. Давайте. Наглые московские воробьи. Давай еще раз. Вообще не боятся. Да, дай. Вот она, станция Театральная. Московского метро. Нам надо на станцию Белорусская. То есть на Белорусский вокзал. Две станции. Вот и наш поезд. Вот он, Белорусский вокзал. Вот Москва. Движение. Ну все, сейчас мы скоро уедем в Белоруссию. И, наверное, следующее видео будет оттуда. С третьего дня моего путешествия. А в поезде? Ну, может быть, да, еще в поезде. А меня здесь нет? Так что, немного Москву увидели, метро. Следующий будет Белоруссия. Пока. День третий, я продолжаю снимать мое путешествие по Европе, и вот мы пересекли границу между Белоруссией и Польшей. Очень долго нас задержали, примерно часа 4. Сейчас мы где-то в пригороде Варшавы, столице Польши, в кафе, только что поели. Сегодня так совпало, что в Гожеве последний этап Гран-при, 11-й, и мы встретили фанатов в кафе. Что ты вокруг меня ходишь? И мы встретили фанатов Гран-при. Может быть, увидите. И знаете, такое обидное чувство, что ты в Польше не можешь попасть на Гран-при. Очень сильно обидно. Но мы сейчас в Варшаве проедем мимо. И сегодня вечером мы будем в Праге, в Чехии. Там же будем ночевать. В Польше все очень красиво, мы поели. Здесь даже воздух другой. С России. Очень хорошие дороги. Вот польская заправка. Склеп, это по-польски магазин. Склеп идет? Не знаю. Ты же Red Bull хотел купить. И представляете, тут большой Red Bull стоит всего лишь 60 рублей, как у нас маленький. Очень дешевые цены. А вон они, фанаты Гран-при, посмотрите. Все они, наверное, едут в Гожев. Вот. Сейчас мы находимся где-то в районе Кракова. Остановились второй раз. Вот, на заправке. Вот сама заправка. Сейчас мы в польском кафе. Здесь съемка запрещена.
но я снимаю. Ну вот, поход к концу второй день. Мы наконец-то в Праге, в отеле. Отель называется Top Hotel. Здесь вроде как уютно. Приехали только что, ехали практически 2 часа. Было очень тяжело. Ну вот, я покажу вам отель. Двухместный. Телевизор. Сейф. Две кровати. Розетки. Телефон. Ванна хорошая есть. Ванны мама. Вот здесь я буду спать. Так все очень неплохо. Пока что Прагу мы не видели. Завтра на 7 часов свободно в Праге. Будем гулять. А вот я. Вот, и, наверное, завтра встретимся в Праге. Ну все, до завтра.